Когда начинаешь свой бизнес, особенно ценишь время, деньги и оператора связи. Я выбрал Ростелеком, и задачи моей компании оказались в центре внимания. Для успешной работы я всегда должен быть на связи, и оптимальное решение – услуга «Новая телефония». Это доступ и управление корпоративной телефонией из любой точки мира, где есть интернет, возможность выбора номера на сайте и получение статистики вызовов. Связь налажена. Первый шаг к успеху сделан. Главный актив бизнеса – это клиенты. И здесь без услуги управления взаимоотношениями с клиентами не обойтись. Создание базы данных клиентов, ведение сделки, электронный документооборот, отчеты по продажам и маркетинговые акции позволяют максимально эффективно использовать потенциал клиентской базы. Я легко контролирую работу торговых точек с помощью услуги «Мой склад». Это управление через интернет всеми складскими процессами, включая учет товаров, торговые операции с клиентами и формирование отчетных документов. Услуга веб-видеоконференции стала просто незаменима в работе. Это возможность быстро установить видеосвязь через интернет с подключением к сеансу до 50 участников одновременно. Виртуальный центр обработки данных – это оперативное создание IT-инфраструктуры с учетом растущих требований моей компании. Это безопасность и защита информации. С услугой «Виртуальный офис» у меня есть электронная почта на собственном домене и корпоративный портал, где хранятся документы и ведется совместная работа. В распоряжении сотрудников все необходимое программное обеспечение, защита от вирусов и спама. С услугой приложения 1С моя бухгалтерия в полном порядке. Облачные сервисы Ростелеком позволяют мне получать услуги через интернет, без капитальных затрат на покупку оборудования и программного обеспечения. Мой бизнес достиг размеров большой корпорации, но я остался верен своему оператору. Ведь магистральная сеть Ростелеком позволяет решать задачи компании любого масштаба. Например, создавая единое информационное пространство с высокой степенью защиты для эффективной работы корпорации. Услуга VPN предоставляется под ключ. Корпоративная сеть легко масштабируется и находится под постоянным мониторингом. Благодаря VPN я смог объединить все филиалы компании в единую сеть и наладить их совместную работу. Номер 8800 стал единым номером для всех офисов моей компании. Клиенты могут звонить нам с любого телефона по всей России. Бесплатно и по красивому номеру. Аудиоконференция – это не просто оперативная организация совещаний. С ее помощью я могу собрать на одну плановую встречу до 500 человек одновременно из любой точки мира. Доступ к услуге возможен с любых телефонов. Услуга «Видеоконференция» значительно ускоряет процессы принятия коллегиальных решений и оптимизирует затраты на командировки. Ростелеком всегда готов предоставить мне студию с высоким качеством изображения и звука. Когда начинаешь свой бизнес, особенно ценными становятся время, деньги и оператор связи. Я выбрал свое время Ростелеком и не прогадал. Ростелеком. Больше возможностей для вашего бизнеса.